Здравствуйте, это новости Дагестана. Я Фатима Буталибова и коротко о главных событиях на сегодня. Пойманы с поличным. Полицейские задержали преступную группу, которая незаконно сбывала наркотики. Противостояние дачников и садовника. Мэр столицы Салман Дадаев решил лично встретиться с представителями дачных обществ и предприятием, подающим воду. Глобальная застройка города. Ведущие архитекторы и сейсмологи республики обсудили вопросы градостроительства в контексте сейсмологических рисков. Пойманы с поличным. Трое жителей Хасавюртовского района подозреваются в незаконном обороте сильнодействующего препарата. Полицейские в ходе досмотра автомашины обнаружили в дверных проемах около 1500 капсул лирики. Подробности далее. Закладчик, координатор и водитель. Так преступная группа планировала действовать согласно достигнутой договоренности между собой. Одна из подозреваемых приобретала лирику, реализовывала товары, делала закладки в Хасавюрте. Первый раз на 200 тысяч, поехала на 200 тысяч. Второй раз тоже на 200 тысяч. Третий раз на 165 тысяч. Что на 165 тысяч? Лирики. Взяла, привезла. Вторая в этой троице принимала заказы и обеспечивала своих подопечных денежными средствами для приобретения аптечного наркотика. Я ей давала деньги, она ездила, привозила, продавала. Какую сумму давали? 200 давала, 150 давала. А как часто этим вы занимались? Это всего лишь три раза, третий раз. А за какой период? За этот год. А что взамен вы давали своей подруге? Ничего не давала, она со мной вместе жила. Задержанный с ними мужчина выполнял функцию перевозчика, который, начинив капсулами внутреннюю обшивку своего автомобиля, перевозил лирику в Дагестан из Астраханской области. Как давно вы занимаетесь перевозкой? Я всего лишь три раза ехал. А сколько за это получали вы? 15 тысяч. За одну поездку? Да. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих препаратов». Алина Багилова, Мурат Бекпарсев, телеканал ННТ «Хасавюрт». Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными. Об этом стало известно в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в России. Президент России поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими. Попова заявила, что специалисты предлагают сделать майские праздники в 2021 году непрерывными. По ее словам, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. В Табасаранском районе завершается строительство водопровода Кужник-Хучни. Общая протяженность виадука составляет 23 километра. Он обеспечит водой жителей сел Пилик, Ругуш, Ханак, Хурик, Хучни и Цантиль. Стоит отметить, что это один из самых крупных и сложных инфраструктурных проектов в истории района. Проблема нехватки питьевой воды в данных селах существует на протяжении 40 лет. В разные периоды были предприняты попытки решения этой проблемы, но довести до конца не удавалось. В настоящее время работы идут к завершению. Проложены полиэтиленовые трубы, устанавливаются очистительные сооружения. На эти цели выделено 70 миллионов рублей. По расчетам, воду с этого источника получат более 9 тысяч человек. Вода раздора. Салман Дадаев встретился с инициативной группой садоводческих товариществ и руководством предприятия «Садовник», чтобы найти пути решения конфликта. Непростые отношения между поставщиком воды и дачниками Кривой Балки и Сулакской наш телеканал освещал не единожды. Как вмешательство местной власти сможет повлиять на разрешение ситуации, узнавала Патимат Ханапова. Этому водному конфликту не один год. Дачникам Кривой Балки и Сулакской зоны периодически перекрывают воду. По их словам, здесь высыхает земля и умирают посевы. Представители садоводческих товариществ винят в этом предприятии садовник, которое должно обеспечивать местность водой. Я сажаю, смотрю, у меня морковка вообще посохла, 7 штук вылезла и все. Я не могла поливать. Мне бегать с лейкой очень тяжело. Там воды вообще мало, только для питья. И приходится их вообще не поливать. Но это же мой напрасный труд. В свою очередь, представители предприятия «Садовник» говорят, дачники виноваты сами, не вносят платежи. Кроме того, на плечи поставщика поливной воды выпадает множество обязанностей. Выполнить их в созданных сейчас условиях все сложнее.
По документам у нас 7 насосных станций, в том числе и полет. И прибыль из него извлекают они, а у нас ничего нет. Налоги садятся на МУП, заработная плата садится на МУП, электричество садится на МУП, долги. И изнашивается тоже МУПа, трубы и насосные станции. Мэр Махачкалы Салман Дадаев решил лично разобраться в ситуации. Призвал все заинтересованные стороны к диалогу. Ваши взаимоотношения с МУП-садовник. У меня есть две разные позиции. Я хотел бы послушать сейчас непосредственно из первых уст, потому что ваши обращения поступали ко мне, непосредственно объяснительные поступали. У меня комиссия по этому вопросу разбиралась. Для принятия окончательного решения мне нужно более подробно в этом разобраться. Выслушав обе стороны, было принято решение сформировать специальную комиссию. Эксперты должны будут выехать на место и провести всесторонний анализ. Окончательные выводы будут сделаны после проверки. Я бы предложил бы вам, Мурат, рассчитать объем воды и заложить определенную составляющую доходную на содержание этого всего, для того, чтобы это было безубыточным, чтобы вы могли платить и зарплату, и содержать трубы, и платить налоги. Для всего, для этого у вас есть должна быть эффективно рассчитанная стоимость этого всего. Провести опрос, поднять документы, проверить фактическую инвентаризацию, провести, сверить платежные документы, расходные обязательства. Участники встречи озвучили мэру еще одну просьбу – продлить маршрут Махачкала-Кривая Балка, чтобы представители 17 товариществ могли пользоваться маршрутными такси. Салман Дадаев лично постарается разрешить ситуацию. Патимат Ханнапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Отменено разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу Амитхана Султана 3. Специалисты Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы произвели анализ документации. По результатам проверки было выявлено, что выданный в 2015 году план земельного участка не соответствует норме. Также были выявлены нарушения в проектной документации у застройщика. Более 300 миллионов рублей на замену старых лифтов на новые. Такую сумму выделят в рамках региональной программы. Специалисты проводят осмотр домов, в которых планируется замена лифтов. По их словам, очень много лифтов работают дольше срока годности и нуждаются в срочной замене. Все новые лифты будут от дагестанских производителей. Программа по обновлению лифтов в многоквартирных домах будет завершена до конца 2021 года. В Махачкале за круглым столом обсудили состояние городской экологии. Были подняты вопросы защиты пригородных лесов, а также улучшения биосферы Махачкалы. В рабочем заседании приняли участие представители городской власти и курирующие данную область специалисты-экологи. В их числе ученые и эксперты в области озеленения городских территорий. Делегаты встречи постарались найти решение проблемы загазованности столицы. Сегодня, по сути, лесная зона Тракитау – это последний оплот, который защищает город, от воздуха защищает, сохраняет влагу, смягчает климат в городе. Вопросы современной архитектуры и сейсмические риски градостроительства обсудили в Музее истории Махачкалы. Мероприятие посвятили событиям 14 мая 1970 года, когда в республике произошло крупное землетрясение магнитудой около 10 баллов. Участие в работе круглого стола приняли ведущие архитекторы и сейсмологи республики, а также представители строительной отрасли, инженеры и конструкторы. Эксперты отметили, что в Дагестане необходимо провести глобальную работу по комплексной застройке. Так как точечная застройка, существующая в настоящее время в регионе, а в особенности в Махачкале и Каспийске, показывает неблагоприятную картину по общему облику городов и вопросам безопасности. Отмечалось, что следует вернуться к тенденции 70-х годов, когда планировали города с широкими проспектами, дворами и площадками, а также предполагаемая отметка обрушения зданий при чрезвычайных ситуациях. Развивать город только комплексно. Никаких точечных застроек города не должно быть. Вот в советское время даже экспонально мы видели, что строилось все комплексно. Поэтому были дворы, поэтому были социальные объекты в этих дворах. Были трассы для прокладки коммуникаций. Вот такая же очень наглядная линия. На сегодняшний день практически забыли, что такое комплексная застройка территории. Забыли, что такое желтые линии. Наверное, можно напомнить, что при проектировании проекта планировки территории надо указывать желтые линии тоже. Кто не знает, что такое желтые линии, это в советское время указывали.
Двое дагестанских бойцов ММА поборются за $1 млн. Сегодня ночью в США стартует регулярный сезон Гран-при Лиги ПФЛ. В первом карде запланировано участие спортсменов из Дагестана Мавлида Хайбулаева и Ахмеда Алиева. Оба спортсмена предпримут вторую попытку в завоевании пояса. Не знающий горечи поражения Хайбулаев выступит в весе 66 килограммов. Его соперником станет серб Лазар Стоединович. А 31-летний легковес Алиев, дошедший в прошлом году до полуфинала турнира, встретится с белорусом Михаилом Одинцовым. В каждом весе в спор за солидный денежный приз вступят по 10 бойцов. Победители сезона определятся в конце года. И это были все новости на сегодня. Я напоминаю, что наши выпуски можно смотреть на официальном сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч!